Всем добрый день. С самого начала хочу сказать большое спасибо всем тем, кто писал комментарии, кто давал советы, кто делился своим опытом по поводу прошлого видео. Как я показывал, что была проблема с фасадами, с мебелью, когда ее покрываешь белым маслом. И немножко проблема, мягко говоря, немножко проблема с мухами была у нас. Но всю эту проблему сейчас решили. Так что еще большое спасибо, еще раз большое спасибо всем тем, кто писал, кто советовал, кто давал свои рекомендации. Итак, немножко даже уже подведу итог и поделюсь тем опытом, что уже за эти буквально день-два я уже приобрел. Значит, что сделал я? У меня гараж, здесь форматник стоит. Значит, поставил я фасады сюда. Помещение закрытое, но я там пооткрывал дверь и все, сделал сквозняки. Значит, ну, понятно, что свет выключил, да, потому что мухи летят и на светлое, и на белое. Ну, уже из этого опыта, что я имею, да. Вот. И включал вентилятор. Значит, я звонил еще до производителей, до продавцов масла. И мне сказали следующее. Значит, масло, для высыхания масла, самое главное, это воздухообмен. Это обмен воздуха. То есть, например, если будет температура, например, там 30-35, даже до 40, процесс ускорения высыхания не будет настолько зависеть от температуры, от влажности. Ну, это тоже зависит, но не настолько, как самое главное, это воздухообмен. То есть, что я сделал? Поставил вентилятор, он у меня уже сутками здесь работает. Идет обдув, даже если какая-то там насекомое залетит случайно, какая-то залетная. Но понятно, что ее и сдувает сразу же, она здесь не задерживается. Тем более, ну, помещение закрытое, с улицы они особо сюда не летят. Так что вот такую проблему я вот так решил. То есть поставил, расставил их вот так вот, немножко так дугой расставил все это дело. И включаю вентилятор, и вентилятор, ну, соответственно, поворачивается. И все это дело и обдувает, и одновременно идет и высыхание масла, ну и отгоняет всяких насекомых. Вот таким образом я решил эту проблему. Ну и уже, скажем так, уже все нормально, все хорошо. Вот, хорошо, нормально высохло. И на ощупь чувствуется, уже нет никаких-то липкостей. Ну и еще вентилятор, конечно, еще поработает. Ну, сутками, да, вот сутками работает вентилятор. То есть, говорю, он решает сразу две проблемы. И высыхание, что самое главное, вот. Ну и отгонять насекомых. Тем более, когда она уже, скажем, изделие уже само высохло, да, тогда уже не страшно, когда там насекомые что-то там наделывают, это уже не так страшно, там тряпочкой притер и все. Но самое главное, что вот такой эффект, чтобы не было всяких там моментов, когда масло еще не высохло, когда оно сыроватое. Но такие проблемы с маслом. Эффект, конечно, получается хороший. Здесь даже речи быть не может, здесь классный получается эффект. Вот, белое масло. Потом соберу все это дело, конечно, покажу. Но есть немножко, конечно, свои заморочки. Есть свои заморочки. Так, но в любом случае, вся проблема решена. Еще раз большое спасибо за комментарии, за советы, за дельные советы. Я даже таких моментов раньше и не знал, что можно сделать тем или иным способом. Так, всего доброго, до свидания. Я думаю, что тоже кому-то пригодится. Так что включаем опять дальше, включаем вентилятор. И пусть себе он. Я думаю, что выдержит. Я думаю, что он выдержит. Так, ну и открываю там ворота, двери открываю. Так, ну, приоткрываю, чтобы был именно сквозняк, чтобы был как раз обмен воздуха. Так, до свидания. Всего доброго. Спасибо еще раз.